Девочка с валаном. Жан-Батист Симеон Шарден. Около 1737 года. Поэзия повседневной жизни, ее одного единственного мгновения – вот то, на чем держится живопись Жан-Батиста Шардена. Он был приверженцем бытового жанра, поднятого до высот философских. Художник выбирал простые сюжеты и заставлял зрителя подолгу смотреть на свои картины, как на эту девочку с валаном, где ничего вроде не происходит, просто нежное существо, румяное и курносое, застыло с валанчиками-ракеткой в руках. На лице героини растерянное и грустное выражение, словно никто не хочет составить ей партнерство или игра ей не слишком удается. Впечатление такое, что видно, как подрагивают ее губки, и глаза наполняются слезами. Переживания почти еще и ребенка отзываются в зрителе, который видит в этой жанровой сценке красоту и сложность жизни, выраженную в малом. По поводу этой картины земляк художника, французский писатель Стендаль, отозвался так. «Стоял и смотрел на них в том счастливом состоянии, какое только может быть».